Здорово, народ, с вами я снова Алекс, и сегодня я покажу, что делать, если возникает вот такая вот ошибка. Заходим, получается, в CSGO, хотим, значит, поиграть, нажимаем начать, и тут вылезает, не удалось найти игру, система VAC не смогла проверить вашу игровую сессию. Что же, я сегодня покажу, объясню, как исправить эту ошибку, а я начинаю. Итак, чтобы исправить эту ошибку, надо нам выйти из Steam. Нажимаем на Steam, нажимаем выход или exit, если у вас по-английски стоит. Нажимаем выход, все. Итак, у нас тут есть Steam, да. Мы берем его, получается, запускаем от имени администратора. Ждем, пока запустится у нас Steam. Итак, вот запустился. Заходим в библиотеку. Запускаем CSGO. Нажимаем play или играть. Итак, вот запустилась CSGO. Обратно заходим играть в CSGO. Выбираем режим, какой мы хотим. Так, и нажимаем начать. Как видите, у нас нету этой ошибки. Сейчас даже вам покажу то, что найдется игровая сессия, или как называется, игровой режим, что там, блин. Вот, пожалуйста, ваша игра готова. Так, вот мы и зашли в CSGO. Вот, пожалуйста, все играется, все работает. В принципе, вот все, что я хотел вам рассказать. Я рассказал, объяснил, так что все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.